Спонсор программы «Гороскоп» – компания «Идеал Пласт». Специальное предложение пенсионерам, врачам, учителям и всем работникам бюджетной сферы – стандартное окно под ключ. Всего от 850 рублей в месяц. Овен. Сегодняшний день для вас станет не самым приятным и простым. Не исключены трудности на работе. Существенно подпортив настроение днем, вам будет достаточно сложно сохранить спокойствие в общении с домашними. Телец. Уже ранним утром вы будете пребывать в приподнятом расположении духа. Скоро выходные, а значит, уже сейчас можно помечтать о предстоящем отдыхе и веселье. Близнецы. Гороскоп на сегодня предсказывает вам тесное общение с родными. Не исключено, что после полудня к вам неожиданно пожалуют старшие члены семьи, которые помимо подарков представят вам накопившиеся претензии. Рак. Этот день мог бы принести вам сплошной позитив, если бы не накопившиеся домашние обязанности. Закончив профессиональные дела, ближе к вечеру вы окажетесь перед фактом. Ваш дом катастрофически нуждается в уборке. Лев. Вы захотите в себе резко что-то изменить, причем эти перемены прежде всего коснутся внешности, стиля и имиджа. На скорую руку доделав работу, вы поспешите в салон. Дева. В этот день вы не будете иметь никакого рабочего настроя. Пребывание на работе сегодня вас станет сильно тяготить. Может быть, вам даже позволят покинуть работу раньше положенного срока. Весы. Вы проведете этот день в нерадостной атмосфере. Близкие, составив без вас планы на выходные, будут требовать от вас безропотного исполнения. Но программа, которая вам предстоит, вас абсолютно не устроит. Скорпион. Гороскоп на сегодня призывает вас научиться внимать словам окружающих. В равной степени сложно в общении вам будет с коллегами, которые тщетно пытаются донести до вас свою мысль и вашими домочадцами. Стрелец. Вы имеете сегодня все шансы близко сойтись с нужными людьми, от которых во многом зависит дальнейшее профессиональное будущее. Но при этом не стоит им открыто льстить. Козерог. Вам в этот день пора наконец подумать о себе. Отложите в сторонку все незаконченные дела. Вы так трудились слишком старательно, успевая при этом помогать всем вокруг. Водолей. Вы встретите день в атмосфере домашнего тепла и уюта. Любого рода размолвки с дорогими вам людьми полностью исключены. А это значит, что сразу после работы вы можете погрузиться в общение с семьей. Рыбы. Если сегодня вы не сможете надлежащим образом скоординировать свой бюджет, то финансовые трудности не заставят себя долго ждать и обрушатся на вас, словно снежная лавина.